Цхинвале приступили к строительству еще одного многоквартирного дома в районе бывшей текстильной фабрики. Работы идут полным ходом. В ближайшее время строители завершат работы по возведению первого этажа. Одновременно здесь работают каменщики и сварщики. Отставания от графика нет. Есть все необходимые материалы, спецтехника и рабочая сила. Квартиры очень просторные. Однокомнатная квартира порядка 43 квадратных метров, двухкомнатная квартира 62 квадратных метра и трехкомнатные квартиры 85 квадратных метров. В настоящее время на объекте задействованы 25 рабочих и 4 единицы техники, в том числе 2 крана. Строительство многоквартирного дома рассчитано на 2 года. Новые квартиры, отвечающие всем современным стандартам, должны сдать в эксплуатацию к концу следующего года. Объект будет состоять из 2 строений. Работы выполняют местные бригады, за исключением профильных специалистов. Ведутся работы по кладке стен, как наружных, так и внутренних. Также работает бригада сварщиков. Строительство осуществляется силами генподрядчика «Престиж», генеральный директор БП «Винал». Общая стоимость объекта – 299 миллионов. Социальное жилье возводится в рамках инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Южной Осетии. К концу 2025 года республика получит еще 75 квартир. Агунда Губозова, Регина Черткоева, Альдина Чехоева. Информационный выпуск сегодня.